Всем привет, братва! Добро пожаловать на мой новый влог. Я уже вернулся с поездки. Сегодня мы с пацанами решили целый день кататься на скейтбордах. Еще по дороге залезть на один очень прикольный объект. Это будет предновогоднее видео. Вот, жалко, что снега мало, но все же мы хотим залезть на колесо обозрения. И думаю, это будет круто. Так что приятного просмотра. Сейчас мы ждем нашего друга, у него есть дела возле этого метрополиса. Ну а затем уже будем ехать к этому колесу. А пока что мы нашли тут три ступеньки. И почему бы не покататься даже в такую погоду, и даже вот в такой вот обуви. Погнали! Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Here's the two, baby. Baby. Yeah. Ух ты ж, бля! Ух ты ж, бля! Я снял! Бля, прикинь, бы ей пи***а сейчас была. Артём, твои впечатления? Ну, надо быть аккуратнее, я не подумал. Тебя даже бабули уже боятся. Что вы хотите сказать по поводу этого мальчика отчаянного? Молодец. Молодец, да? Да. Осторожно только. Да-да-да, аккуратно надо быть всегда. Да-да-да, здравствуйте. Да-да-да. А почему нельзя? Тут общественное место нельзя кататься, да? На этом. Потому что все ноги поломают. И наше оно надо. Иди как какой терминатор у нас. До школы идите катайтесь. До кишени. Да? Не надо тут. Да? Ну, окей, понятно. Ладно, передайте привет Артему Арестову. Это Артем Арестов, популярный на йоге. Можете передать привет? Слушай, я на работе. Привет передаю там, какую вы хотите. Да? Да, да. Ну нельзя ладно, тут все. Все, до свидания. Вот вам мандаринка. Не надо. Не надо? Ну ладно, я вам руку хочу пожать. Давай, до свидания. В общем, друзья, мы уже приехали на место событий. Собственно, здесь находится колесо обозрения сзади меня, на которое я сейчас буду лезть с Саней. Вот. Выглядит оно заброшенное, скорее всего, так и есть. И погодка не самая лучшая, но все-таки перед Новым годом надо сделать что-то годное для вас, и чтобы вам это понравилось. Thank you.
общем, друзья, мы уже находимся на самом верху этого колеса обозрения. В общем, вид здесь открывается реально очень крутой. Здесь вокруг тебя лес. Сзади нас это парк какая-то Братиславская. Партизанской славы, да. В общем, здесь реально очень красиво. Сзади нас лес, впереди район Дарница. И это очень круто. Колесо, конечно, уже заброшенное, шатается, выглядит достаточно ржаво. Но все-таки мы сюда перед Новым годом залезли, и это, я считаю, очень круто. Вот, у Сани очень замерзли руки. Он забыл сегодня перчатки и лез просто банты намотал и так далее. Мне было достаточно тепленько. И сейчас, в принципе, тепло. Мы находимся уже на самой верхней кабинке. Вот здесь вот сидим, отдыхаем. Она, кстати, шатается немножко. Но расшатывать мы ее не будем. Ну, смотри, что можно сделать. А, нет, она не крутится. Не-не-не, смотри, как? Вряд ли, может, раньше. Друзья, когда-то, еще несколько лет назад, на этом колесе обозрения крутились люди. Они ездили на нем и смотрели так же. Чувак, я 2 месяца назад на нем. В общем, людям открывался такой же вид, как и нам. Только сейчас оно заброшено, и, собственно, здесь можно устроить романтическое свидание, пригласить сюда дам. Правда, вряд ли они залезут, но все-таки это реально очень круто, ребят. Сидишь здесь такой и кайфуешь. В общем, сейчас я покажу вам панораму отсюда. Какие-то пацаны, вон там где-то Назар сидит, ждет нас. Ставлю в описании, можете зайти посмотреть фотографии. Да, так что мы уже сейчас будем слазить и все. Ну а дальше я не знаю, что будет. Все, давай. Подписываемся на этого стиля. Ну что, погнали вниз? Типа такие эпичные кадры, да. I'm on edge, nigga, watch your step. I know where the rocks fall. Step, the wild edge, nigga, what step? Snitch, nitty, snitch, nigga, who left? No waistline, where the fools can't. I'm on edge, nigga, watch. Взять руки немного. Да? Да. Ну так, проскальзывай. Место можешь взять, куда ты будешь. Да. Чувак, полиция, быстрее. Да. Звуки точно полиции. Сигнал. Давай быстрее, чё. Там. Ну если чё, всё будем в парке. Ну да. Ну давай, нам ещё съ... Да, там какая-то сигналка едет прямо сюда, давай. Вон, видишь? А, это скорая. Блядь. Посмотри, вон, сзади тебя. Я вижу, да, я уже. Я думал, чё? Чё? Ну когда? Ну вот когда ты полезешь этот? Ну да, когда на Мусоратов по фасту. Хоп, паркур. Ну что, чуваки, мы уже слезли с этого колеса. Оно нам далось, в принципе, достаточно легко, не считая то, что было холодно. Вот. Мусоров не вызвали. И все четенько. Ставим лайк за это, потому что я стараюсь только для вас. Что? Назар уже кричит. А мы домой, пока. В общем, будем ехать сейчас куда-то, кататься, гулять и висеть. О, вон, смотри, полиция. Прикинь, его вызвали. Весело выходить. В общем, ребят, сейчас приедем в Борисовскую станцию. Здесь мало людей, поэтому решили покататься по бесследному вагонометру. Вагонометру.
Всем привет, братва, добро пожаловать на мой новый влог. Я уже вернулся с поездки. Сегодня мы с пацанами решили целый день кататься на скейтбордах. Еще по дороге залезть на один очень прикольный объект. Это будет предновогоднее видео. Вот, жалко, что снега мало, но все же мы хотим залезть на колесо обозрения. И думаю, это будет круто, так что приятного просмотра. Сейчас мы ждем нашего друга, у него есть дела возле этого метрополиса. Ну а затем уже будем ехать к этому колесу. А пока что мы нашли тут три ступеньки. И почему бы не покататься даже в такую погоду и даже вот в такой вот обуви. Погнали! Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Ух ты ж, бля! Ух ты ж, бля! Я снял! Бля, прикинь, бы ей пи***а сейчас была. Артём, твои впечатления? Ну, надо быть аккуратнее, я не подумал. В общем, друзья, на Софийской площади есть закрытая горка. Она закрыта, потому что еще утром не было снега, сейчас он выпал. И мне кажется, самое время с нее съезжать. Вот оттуда. Так что погнали туда. Берешь на скейтах лучше всех? Ага. Да? Ага. Да, давай лучше без скейта, потому что вдруг эта хуйня сломается. Да, лучше без скейта. Похуй, я поехал лучше. Так, куда еще? Ух ты же, блядь, сука, срака тебе. У меня ноги все в снегу. Блядь. У меня ноги в снегу. Идем еще один раз. Чувак, давай классная горка, давай. Вау. Идем еще раз. Погнали. Где пылающие урны, чем поцелуи, никогда уже не будет. Никогда я не забуду. Не забуду я тебя, не забудь. Слышишь, не забудь. Слышишь, не забудь. Не забуду я тебя, не забудь. Слышишь, не забудь. Ну как? Ребята, это было четко вообще. Я думал, я перевернусь. В общем, друзья, сейчас мы идем на Пещерские Липки. Это очень элитный крутой район. И, собственно, там есть большая парковка, где мы будем кататься на скейтах ночью. И это очень четко. Так что идем туда. Знаете, я бы, наверное, там хотел жить. Выглядит как будто Токио или Нью-Йорк. Да, это я. Саша Шапка. Очень прикольно, мы попрыгали, поездили на скейте по этой парковке. Куча разных новых дверей, закрытых и не закрытых. Вот, короче, это новое приключение. Даже в конце подошла полиция и спросила, что вы здесь делаете, сейчас будем разбираться. Но мы достали камеры, начали их снимать, и они просто на все ушли. Так что вот так вот легко можно избавиться от полиции.
сейчас, наверное, будем идти уже домой, так что те, кто досмотрели этот влог до конца, обязательно ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока! Итак, друзья, сегодня 31 декабря, ярко светит солнце на улице. Не хватает только одного – новогодней атмосферы и новогодней музычки. Вот, так намного лучше. В общем, друзья, я так понимаю, вы сейчас досмотрели мой видеоблог к концу. Надеюсь, он вам понравился. Это был мой последний влог в этом году. И кроме него было снято очень много материала и было сделано очень много в этом году. Поэтому самое время подвести итоги. За этот год было снято огромное количество экстремальных видео, видео с путешествий, я открывал новые рубрики, пробовал себя в каких-то модных трендах, челленджах, ну, не во всех, но те, которые мне нравились, например, «Ночь вы» и так далее. Путешествовал, ездил на различные фестивали, вот, снимал как можно больше для вас видеоблогов, и надеюсь, вам это понравилось. Также я сделал очень много знакомств, то есть познакомился с очень многим количеством крутых ребят, завел себе много друзей в этом году, поэтому, собственно, 2016 год можно назвать продуктивным и успешным. Конечно, не все то, что хотел реализовать, я реализовал. Не то число подписчиков, которое я задумывал, я набрал, но все-таки 18 тысяч человек – это уже большая аудитория. Я благодарен каждому из вас за просмотры, за лайки, за комментарии. Это для меня очень приятно, и я уверен, что мы сможем умножить это число в следующем году. И я надеюсь только на вас и на себя, на свою работу. Надеюсь, буду и дальше стабильно выпускать ролики и радовать вас, несмотря на учебу. Вот, друзья. Также хотелось бы больше снимать видеороликов в 2016 году, больше путешествовать и реализовать сходку, так как в предыдущем году я ее не смог реализовать, так как было мало подписчиков, и уже когда набралась аудитория, было холодно, поэтому этим летом ждите сходку, и, возможно, не только в моем городе, но и поеду путешествовать и буду устраивать и в других. Поэтому, собственно, вот такие вот хорошие новости. Ну что ж, уже пора встречать 2016 год, который будет примерно через 10 часов. Поэтому, друзья, я думаю, все ждете. Желаю вам счастья, любви, здоровья, а также добиться самых высших целей, которые вы поставили себе в 2016 году. Ну и круто отпраздновать Новый год. Думаю, на этом пора прощаться. Ребят, спасибо за ваш просмотр. Оставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если еще не были подписаны. И идите отдыхайте, потому что 1 января нужно отдохнуть, а уже потом начать, собственно, продуктивный свой год. Поэтому, друзья, желаю вам хорошо отпраздновать. И до скорых встреч. Увидимся мы уже с вами в новом 2017 году. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока, друзья. Jingle bells, jingle bells.